Всем привет! Сегодня у нас обзор покупок из магазина Светофор, фикс прайс, ну и в Пятерочку еще взглянула. Взяла тесто слоеное дрожжевое, ну по сути оно как бы не совсем слоеное, то есть оно не сильно так раскрывается, как вот допустим отморозки, но я его беру для пирогов, то есть когда пироги с мясом делаю, прям мне нравится, как получается на этом тесте. Так, дальше бумага, эти бумажные полотенца, бекончик, очень мне понравились вот эти бумажные влажные полотенца, ой, не бумажные, а влажные полотенца, мне нравится их размер, очень большие и удобные, я им протираю все, что можно и не можно. Взяла попробовать. Блин, потек, зараза. Взяла попробовать гель для стирки, для детского белья. Приятный запах, не очень жидкий. Стоило что-то в районе 170-176 рублей, вот что-то такое. Ну, потек. Так, дальше у нас такие носочки мужские, три пары, 99 или 98 рублей, коротенькие. Я пробовала такую банку сметаны, 20%, в принципе, в составе здесь только сливки и заквасочные микроорганизмы, достаточно густая. Хочу попробовать с ним медовик сделать. А в баночке у нас объем, сейчас скажу, сколько у нас объем, или не скажу. А, 800 грамм, здесь вот написано. И еще, значит, взяла, так, хорошо, что запаковано, закрыто, замороженную клубнику. Закончилось. Дальше у нас будет фикс прайс. Итак, в фикс прайсе у меня сегодня взяла детям книжку «Хрестоматия» для начальной школы, 4 класс. Как раз Ева в 4 классе учится. Здесь сборник, сейчас скажу, ну, достаточно много произведений. И древнерусская литература, русская литература. То есть небольшие рассказики, не мелкий шрифт. То есть достаточно крупный, детям удобно читать будет. 149 рублей. Такая книжечка. Дальше взяла на пробу пятновыводитель. Написано, удаляет пятна кофе, сок, фруктов, пота, травы и крови. И подходит для цветного белья. То есть можно для всех видов. Потом взяла вот такое чистящее средство для мягкой мебели и ковров. Мне надо почистить ковер. В общем, взяла попробовать, как она будет справляться с пятнами. Еще ни разу не видела вот такой очиститель. Вот, в виде баллончика для плиты взяла попробовать. Духовку и микроволновку мне нужно тоже почистить. В общем, вот такой вот. По ценам не помню. По-моему, 99. Эти тоже вроде по 99. Взяла крем для рук. Начинает холодать, и все, у меня руки становятся все просто шершавые. Приятно пахнет. Белизна частина. Это я постоянно беру для чистки. Дальше взяла вот такой скраб рассыпчатый для тела. С таким приятным ароматом. Вот эти, он такой, прям классная текстурка у него. И очень вкусно пахнет. Но я читала, так и не смогла найти, с каким он запахом. Ну и ладно. Главное, пахнет вкусно. Макарошки Барилла номер один. Спагетти. Очень вкусные, обожаю их. И взяла еще вот такую штучку. Подставка для благовоний. Со свечой и ароматическими палочками уже идет в комплекте. Но, к сожалению, был закрыт. Там я не смогла посмотреть, что же находится внутри. А внутри у нас, сейчас я покажу.
лежит вот такой вот наборчик. Так, так, так. В общем, вот так вот оно выглядит на упаковочке. И также оно выглядит здесь. Смотрите, здесь есть белый песочек, который насыпается, и камешки. Дальше вот эта подставочка, сюда палочка ароматическая вставляется, подожженная. Сами палочки. Не могу понять, чем пахнут. Здесь их 3 штучки. Ничем не пахнут, пока не подожженные. Абсолютно ничем. Дальше идет вот такая подставка со свечечкой. И вот такой вот симпатичненький Будда. В общем, это все расставляется. Насыпается песочек, как бы чтобы беленькое было, и камешки. И вот так вот оно красивенько выглядит. 250 рублей стоит такой набор. Ну и осталась 5. И, значит, 5 у нас тоже были Барилла по акции по 79 рублей спиральки. Вот такой вот салат. Я как увидела, прям так захотелось салата. Он такой красивый. 69 рублей. Зеленые мандаринки. По-моему, сказали абхазские. Они такие кисло-сладкие. 89 рублей килограмм. Дальше сегодня в 5 на всю химию, и включая шампуни, всякие вот эти вот штучки, минус 15%, даже если, как говорится, желтый ценник, то есть скидка суммируется. То есть мицеллярная вода у меня вышла за 206 рублей. Это котику, нашему милому котику, еды. А, еще перчик взяла для салата. И яички. В общем, вот такой вот у меня сегодня обзор покупок. Теперь нужно все это разложить по местам.